Можно ли считать эту победу подарком к дню рождения? И как вам тогда этот подарок? Да, это лучший подарок, да, согласен. Как игра? Эмоциональная. Эмоциональная. Честь и хвала ребятам, что вы еще в меньшинстве. Несмотря на солидную фору в счете, все равно было тяжело. И ребята выстояли, выдержали. В какие моменты сегодня более волнительно было за игру, за результат? Опять первые, последние минуты? Ну, при счете 3-1, честно говоря, все равно было тревожно. Соперник создавал моменты, достаточно много хороших подходов. Старались обороняться четко, слаженно, но иногда все-таки получались моменты наших ворот. Как оцените игру, так скажем, делегированных из основы футболистов? Все отлично, молодцы, постарались ребята. Ну, кто-то хорошо готов, допустим, как Черный, он движение. Дима Маликов после травмы, понятно, что ему тяжело весь матч играть, а как Ермазов, вообще никаких вопросов. А расскажите, когда вам делегируют из основы, Сергей Александрович какие-то советы, указания дает, то есть как использовать, где, может быть, какие-то эксперименты? Ну, конечно, конечно. Мы знаем, мы советуемся с ним, на какой позиции, да, как использовать, вплоть до того, что сколько играть. Как вам кажется, счет сегодня по игре? Ну, раз на табло, значит, по игре получается. Ну, я думаю, по игре. Как вам «Чайка», играть на «Чайке»? Это вообще, это великолепный стадион, атмосфера. Спасибо болельщикам, столько болельщиков давно не было на молодежной команде. Помните, в том году в «Рамоне» играли. Вот сейчас, пользуясь случаем, еще приглашаем на футбол. Я думаю, все отчет посмотрят, увидят, что игра не скучная была, но лучше вживую смотреть. Для молодых футболистов первая победа вдвойне важна? С точки зрения психологии, может быть? Ну, конечно же, и с точки зрения психологии, с точки зрения уверенности. Ну, и помните, я в прошлом интервью говорил, что мы постараемся сделать все возможное, чтобы выиграть. Даже обещал. В принципе, обещание сбылось. Вот. Не зря мы готовились, в общем-то. И я считаю, что можем на равных играть со всеми командами в третьем дивизионе.